за дирижерским пультом народный артист СССР, профессор Саулюс Сандецкис. Биография маэстро неотделима от этапов становления первого в Литве профессионального камерного оркестра. Много лет назад оркестр Вильнюсской школы искусств имени Черлёниса оказался без дирижера. И молодого тогда педагога Сандецкиса попросили занять место за пультом. И оркестр преобразился, зазвучал. Юных оркестрантов скоро приняли в консерваторию, а учить их продолжал Сандецкис. Они закончили консерваторию, но и тут не расстались. Так родился этот музыкальный коллектив, который отметил недавно свое 25-летие. Свыше 2000 концертов дал за минувшие четверть века оркестр. Выезжал с гастролями в 160 городов страны, в десятки стран мира. Представлял советское искусство на крупнейших международных музыкальных фестивалях. Знаменитые дирижеры давали ему самые высокие оценки, и повсюду восторженно принимала публика. Для музыкантов разных поколений Саулюс Сандецкис остается учителем и примером беззаветного служения музыке.